На территории Чувашского госуниверситета имени Ульянова планируется создание уникального инновационно-индустриального центра «Синэнергия». Центр создания и распространения новых научно-инженерных практик будет организован в реконструированном корпусе бывшей военной кафедры университета. Она существовала с 1963 по 2008 год. Здесь готовили офицеров запаса для мотострелковых, инженерных войск и медицинской службы вооруженных сил. Сегодня восстановление кафедры не планируется, а помещение простаивает. Этот вопрос обсуждался на встрече в начале сентября этого года главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева и нашего профильного министра, министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Николаевича Фалькова. Глава региона поставил министром вопрос о необходимости реконструкции этого корпуса. На обновленной площадке разместятся 7 центров различной направленности, от цифровой энергетики до кибернетики. Также в планах создания учебно-презентационных лабораторий партнеров, коворкинг-центра для стартапов и выставочного центра новых разработок. Это очень логичное продолжение того, что делал университет в последние годы. А именно вместе с предприятиями электротехнического кластера Чувашской республики мы занимались трансформацией подготовки специалистов с высшим инженерным образованием для электротехнической отрасли, которая сегодня признана во всей стране. Обучаться здесь смогут специалисты в области машиностроения, химических технологий, строительства и интеллектуальной энергетики. Эскизный проект центра уже разработан. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика.